Hey, okay, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Shovel King, либо Лопатный Рыцарь. О, почему King? Knight. Shovel Knight. Книгт. Ну, Лопатный Рыцарь. Knight. Shovel Knight. Окей, давайте начнем так. Нужно было посмотреть, что за подвиги. Могу я вернуться назад? Подвиги. Подожди, это... Лопатный рыцарь. Потом чумной рыцарь. И призрачный рыцарь. Вау. И они все отличаются друг от друга, типа, сюжетом? Ну, я сыграю за лопатного, а дальше посмотрим. Нифига себе. Крутяк. Ладненько. Но если что, DLC это, по идее, вот эти рыцари. Ага, смотрите. Вкопайтесь в основной сюжет. А других я не могу видеть и выбрать, только лопатного рыцаря. Давайте его и возьмем. Shovel of Hope. Ведите ими. ГИ. Ой, в глаза так буквы дают, жесть. Окей. Кэм. Вводите в режим смены тела. Прежде чем начать, вы хотите сменить тела главных персонажей? Вы можете сделать это в любой момент в меню паузы. Нет, не хочу менять. Так, смотрите, у нас есть какие-то 46 предметов, банок у нас 30. ХП у нас 3. Из предметов у нас лопаты, это оружие и доспех. Сундуков найденных 0. Ну, посмотрим, что вообще игра. Да, выбрать. Тун-тун-тун-тун. Это, походу, второй игрок. Давным-давно, когда трава была зеленее, на земле водились легендарные герои. Самыми доблестными из них были лопатный рыцарь и щитовой рыцарь. Странствия привели их к башне судьбы, где магический амулет стал причиной жуткого проклятия. Когда лопатный рыцарь очнулся, башня была запечатана магией, а щитовой рыцарь исчезла. А так это девушка. С разбитым сердцем и сломленным духом лопатный рыцарь стал отшельником. Но в отсутствии героев в этих землях обстанавливались злые силы, чародейка и ее орден без пощады. И вот, башня снова открыта, кругом царит разруха, вот-вот начнется новое приключение. А видели там, когда вот злодейка главный стоял, там был чумной вот этот мужик, доктор, и птицелюд? Во имя рытья. Так, как атаковать? Ага. Стоп, а могу зайти в настройки сразу в управление? Почему я не могу? Алло. Настройки. Так, подожди. Ага, все. А Enter почему-то не работает. Так, ну давай прыжок. Подожди, а что у нас вообще есть? Кнопка доп. Оружия, атака. Прыжок пускай будет на верхнюю стрелочку. Атака будет у нас на правую. Оружие тогда чем отличается? Предыдущее оружие. Инвентария. Окей, пускай инвентарь как есть, так и будет.
Значит, сделаем прыжок на стрелочку. Атаку на эту стрелочку и это на это. Идеально, все можно поменять, и это хорошо. И значит, предыдущее оружие, либо следующее, давайте, на вниз. Ой. А это она какая была? На В? Пускай так и остается. А, то есть он копает и атакует одна и та же кнопка. Ну, допустим. О. Так, я могу в прыжке драться. Интересно, тут секретки есть? Ой-ой-ой, ты... Так, но он меня не убил. Ну, то есть, он у меня сразу целое сердце не отнял. Вниз. А кто знал? Алло. И верните 90. То есть, у меня бесконечный хп? Заметьте, мне деньги не дают. Не, я просто думал, может там секретная. Секретный проход оказалось нихера. О, смотрите, я вниз могу бить. Деньги, деньги, деньги. А ну подожди. Что? Мне пузырьки урона носят? В натуре? Я понял. Ну, допустим. За что? Мне просто интересно, тут есть секретные стены или нет. Мне кажется, в таких играх всегда должны быть. Ну ладно. Так, хорошо ли он отзывчивый? Ну, отзывчивость. Управление в воздухе нормально, более-менее. Это босс, уже? Вау. Все? Это босс? Ну, по идее, тут был босс. Короче, нужно специальные камни искать. Или нет, походу нужно... Походу, есть все-таки специальные камни, которые ломаются. А, нет, видите? Все-таки вот, видны вот эти трещины какие-то секретные.
Так, я подобрал ноту, хорошо. А, заметьте, скелет не восстановился. Если одних тех же врагов дроп не падает. Типа, если по черепу... А, все, понял. А в смысле этот восстановился? Ай-яй-яй, тихо. Это... Нифига, понял. Халявные очки. Много халявных очков. Но мне кажется, на вот этих прыжках будет потом что-то взаимодействовано. А-а-а, вот оно как. Так, ну нам направо. А тут есть контишки? Вот у меня есть какие-то вещи и 30 баночек. Но я не понимаю, что с баночками делать. Найс. А, то есть он держать не надо, то есть вниз прыгаем, просто нажимаем и все. И он будет постоянно в таком облике. Что дает баночка? Он больше никакой не использует доп. Оружия, ничего такого. Эх, ловушки ишь эти. Нифига себе. Мне вот интересно, стоит ли вообще собирать сундуки? С другой стороны, возможно, что один сундук на... одну вот эту сохранительную систему. Типа мы ж не знаем на самом деле. Еще один дракон. Сколько же денег улетело никуда? Я понял. Буду знать. Бац, 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 бац. Так, секретный камень. Голдишка. Ну, пока что игра прикольная.
Не, смотрите, то есть сундуков здесь довольно много. Скорее всего, я пропускал еще какие-то. Как я понимаю, сейф-зоны это как раз вот эти шарики. Вот эти вот. Это и есть сейф-зоны. О, Черный рыцарь. Я знал, что ты рано или поздно снова увижу тебя. Синюшный трус. Поворачивай назад, лопатный рыцарь. Здесь тебе больше нечего искать. Посторонись, Черный рыцарь. Ты мне не враг. Я должен вернуться в башню судьбы. За время отсутствия твои чувства притупились. Неужели ты не видишь? Вся долина захвачена чародейкой. А между тобой и башней стоят ее непобедимые рыцари Ордена Без Пощады. Но это не важно, ведь если ты хочешь добраться до чародейки, сначала пройди через меня. Готовь лопату, сэр. Ух ты ж, ё-моё. Это что было? О, то есть он... Он также так... Что это за магия? Ай, блин. Он ускорился. Хорошо. $499. Почему не 5000? Бля, он убежал. Ну, мы, как я понял, выиграли босса данного уровня. Нихера, это следующий босс, у него сколько хп? А чё так много? Поймай ее. А если бы не ловил? Так, ну что, я думаю, тогда мы на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.